18 марта в Центральной районной больнице Аула Кашихабль был организован масштабный субботник, в котором приняли участие работники всей больницы. Наступила весна, идет обновление природы, и сотрудники нашей больницы вышли на субботник, чтобы убрать прошлогодние остатки. Территория нашей больницы является одной из лучших в республике. И чтобы поддержать авторитет наш, и чтобы больным было приятно заходить, пациентам приятно было заходить на территорию нашей больницы, главный врач организовал субботник, вышли все сотрудники всех отделений и сделали большой объем работы. Сотрудники ФАПа в сельских поселениях также провели субботник на своих территориях, говорит старшая медсестра Зурет Куфанова. Кроме нашей больницы сегодня также на субботник вышли все наши структурные подразделения, которые относятся к больнице. Это все врачебные амбулатории, ФАПы. Они также убирают свою территорию, подчищают, красят, деревья обкапывают. Стараемся поддерживать все в чистоте и порядке, говорит она. Каждый месяц, полтора, кроме этого у нас каждый четверг, чистый четверг, это в порядке вещей, без напоминаний, каждое структурное подразделение выходит, чистит свою территорию, приводит в порядок, сажают цветы, чтобы было красиво, приятно смотреть и больным, и пациентам, и сотрудникам. Стараемся поддерживать все в порядке и чистоте.